Одиночное катание среди женщин. Звание чемпиона России завоевала Евгения Медведева, Москва. Серебряный призер Алина Загитова, Москва. Обладательница бронзовой медали Мария Соцкова, Москва. Награждение проводят губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский и президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Георгиевич Горшков. Губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский награждает победителей чемпионата медалями Федерации и Оргкомитета чемпионата. Президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Георгиевич Горшков вручает победителям соревнований памятные призы, изготовленные в мастерской декоративно-прикладного искусства «ЛИК» города мастеров Златоуста. Рефери соревнований Лолита Лабунская и технический контролер Александр Лакерник поздравляют победителей. Им вручаются часы ведущего производителя ювелирных часов в России «Ника».
Лучшее фотографирование с победителями. Александровичу Дубровскому. Дорогие друзья, спасибо всем за великолепный спортивный праздник. Я думаю, выражу общее мнение, что это лучший подарок всем южноуральцам к Новому году. Еще раз спасибо всем. То, что мы увидели здесь, превзошло самые наши смелые ожидания. Мы действительно увидели на льду трактора элиту мирового фигурного катания. Она здесь, перед вами. Уважаемые друзья, я со своей стороны надеюсь, что наши гости почувствовали тепло южноуральских сердец. Почувствовали это через то, что постоянно были полные залы. Челябинские любят и знают фигурное катание. Это очень здорово. Это очень здорово, что мы получили право проведения этого мероприятия. И это связано было именно с тем, что у нас большая история развития этого вида спорта. Я желаю чемпионам, участникам дальнейших спортивных успехов, побед на международных соревнованиях. Вперед, чемпионы, вперед, Россия, вперед, Челябинск! От лица участников чемпионата России к вам, уважаемые зрители, обращается чемпионка России, чемпионка мира Евгения Медведева. Хотелось бы от лица всех спортсменов поблагодарить город Челябинск за прекрасную организацию соревнований, которые прошли просто на высочайшем уровне, и сказать спасибо всем зрителям за прекрасный теплый прием. И мы действительно почувствовали, что в Челябинске очень любят фигурное катание. Спасибо вам большое. К микрофону приглашается президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Георгиевич Горшков. Добрый день, дорогие друзья! Вот большим успехом завершилась спортивная часть чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2017 года. И согласитесь, что всем нам немножечко грустно. Грустно, потому что не хочется расставаться с Челябинском, и хочется продолжения этого праздника. Но впереди нас ожидают показательные выступления. И, конечно же, наши самые горячие поздравления победителям и призерам нашего чемпионата. Ведь им в самое ближайшее время предстоит защищать спортивную часть нашей Родины на предстоящих чемпионатах Европы и мира. Давайте пожелаем им всем вместе удачи! А вам,
Дорогие челябинцы, уважаемые зрители, мы от имени спортсменов и всей нашей семьи фигурного катания выражаем глубокую благодарность за вашу горячую поддержку наших спортсменов, которая помогла им продемонстрировать все свое мастерство. Спасибо вам! Ну, знак признательности за столь великолепную организацию этого чемпионата позвольте мне вручить губернатору Челябинской области Борису Александровичу Дубровскому нашу благодарность от нашей федерации. Я думаю, что мы все должны это поддержать очень горячо. Уважаемые земляки, это благодарность вам. Спасибо за признание. Дорогие друзья, а теперь позвольте объявить Ростелеком чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2017 года закрытым. Исполняется государственный гимн Российской Федерации. Победительницам в одиночном катании предоставляется право совершить круг почета. Thank you.